Привет! Сегодня мы будем играть в... Ну, Super World Box, да. Мы поиграем в Super World Box и посмотрим, что тут есть. Надеюсь, вам нравится эта игра. И мы в нее сыграем, да. Что тут у нас будет интересного? World Box. Ну, я уже играл в эту игру, да? Ого. Такой уже мир. Люди, обычные люди строят поселения и плохие... Что-то плохие. И дороги. И плохие дороги. Плохие дороги строят. Ну да ладно. Мы ставим людей, пусть живут, развиваются. Делают, что хотят. Живут, пердят, так сказать. Ну и вот поселение людей строится и что-то вот тут делается. Ну, мы смотрим тут все, да? Давайте сделаем нашествие бандитов. Опасные ребята, которые любят играть с огнем. Гнём и взрывчаткой. Давайте доса... О, вот, еще одна появилась. Очень слабая сторона. Где лишь один человек. Все. Теперь все нормально. Давайте поставим бандитов. Вот здесь. Две штуки и посмотрим... Что они будут, ребята, делать? Ну, тут, в принципе, ничего и нету. Тут просто все растет, все тут делается. Тут у них, кстати, пожар, блин, вот видите? Это вот поджигает вот... Это вот очень для них будет очень плохо, для оранжевых. Ну да ладно, давайте кинем бомбы в... Самую слабую страну, где меньше всего. Меньше всего это где именно 6. Давайте вот эту. Уничтожим ее просто. Просто туда. И туда еще. И туда, ребята. И на весь мир просто. Мир, весь мир просто. Какое-то поселение было уничтожено, нет? Тут, о, тут реально все поплохело, ребята. Мы им даже нормально почти не дали развить. Ну, в этой стране нету вообще войск, 6 жителей, 1 дом. Ну, короче, все. Лидер. Никто. Культура. Еда. Ресурсы, оружия нету. Брони. Росы. Короче, просто смотрим. О, давайте во как. Ребята, падает все. И вот тут падают молнии. Это часто вот место теперь, где падают молнии. Это очень плохо. Тут падают молнии очень часто, что мешает им развиваться. И они не смогут так нормально как бы развиться. И много чего еще они нормально не смогут сделать. Ну... Отношения. Всем лояльные. О, тут 2 лишь осталось человека. Это мало. Ну, тут все хорошо. Тут все тут есть, да. Давайте, чтобы есть. О! О!
давайте до центра. Ой, весь мир будет пипец, наверное, всему миру. Ребята, наверное... О, май гад, ребята! Какая-то вообще государство выживет или умрет? Нет, все выжили. Ну, один там человек умер. Это как-то мало. Тут люди такие в шоке, блин, аж. Что тут, блин, вот как обошлось вот все. Тут разливается пока что вода. И мы видим кое-что, что-то интересное. Это не развивается вообще. Давайте ее. Уже есть тут короли. Давайте посмотрим, да, вот этих зеленых код. Тут, блин, лагает. Просто. А тут просто поле, что сейчас выйдет. Ребята, что-то произошло.